Добрый день, друзья, не добрый день вам, мне другие. Этим роликом французский бренд Louis Vuitton презентовал очередную коллекцию. Он использовал цвета французского флага. Многие, впрочем, об этом не знают. Загорелись пуканы у сведомых, причем на самом высоком уровне, на уровне офиса президента Зеленского. И советник ОП Михаил Подоляк отреагировал следующим образом. Он написал: РФ больше года вырезает украинцев в Европе. Вот как. С помощью триколора и свастики Ви. Элитный модный дом, ориентированный на русских новоришей, решил публично поиграть с символами агрессии. Роскошь пахнет лучше, когда она пропитана кровью. Верно? Задает вопрос Михаил Подоляк. Причем задает этот он вопрос в соцсетях уже после того, как Louis Vuitton у себя на этом же сайте, на ридной мове, на украинской, призвал хохлов учить географию. Но ведь Михаил Подоляк очевидным образом не читатель, он же писатель, как они там все